В случае снятия ограничительных мер, дошкольные учреждения Северского района готовы возобновить свою работу. В детских садах уже прошли все текущие ремонты. Из-за карантина у педагогов было время подготовить свои территории к летней оздоровительной кампании. В основных зданиях проведена покраска и побелка. Обустроены и обновлены игровые участки, теневые навесы, высажены новые клумбы. Из муниципального бюджета на это выделено 1,5 миллиона рублей. Наш детский сад ждет с нетерпением того момента, когда мы сможем принять наших воспитанников. Мы за ними очень соскучились, как, наверное, и дети за своими педагогами. Мы за это время сделали планируемый летом текущий ремонт. Мы провели все покрасочные работы, отремонтировали теневики, покрасили полы, покрасили все игровое и спортивное оборудование, произвели необходимый ремонт игровых помещений, подготовили все. Осталось за малым. Наверное, разложить игрушки, одеть постельное свежее белье на детские кроватки, повесить полотенце и радушно встречать наших малышей в нашем детском саду. Мы вас очень ждем, малыши. Особое внимание в дошкольных учреждениях уделяется безопасности. Приобретаются рециркуляторы – специальные приборы для чистки и обеззараживания воздуха в помещении. Они безвредны для детей и могут работать в их присутствии.